вся политика России сводится к одному. Баба-яга против. У нас нет политики, у нас есть антиамериканизм. Если Америка за, то мы против. Если Америка не имеет своей точки зрения, мы стоим в растерянности. Соответственно, и по Сирии. Россия поддерживает Асада, во-первых, потому что это традиционный советский партнер, который наполучал горы оружия. Я не уверен, что он оплатил все это там. Я думаю, что у него много долгов перед Россией, вряд ли он эти долги отдаст. По-любому останется у власти, не останется у власти. Во-вторых, главный мотив. Россия должна проявить свою самостоятельность, то есть быть против Америки. Ну и третий мотив. России, конечно, крайне выгодна резня в Сирии. Чем дольше она продолжается, тем больше есть основания, чтобы цена на нефть росла. Вот эта кровавая маржа на нефти – это один из источников пополнения российского бюджета. Если Сирия замирится, чего не будет ни при каких условиях, но если бы она замирилась, если бы прекратилась резня, то там прошли бы новые нефтепроводы, новые газопроводы, соответственно, увеличивается экспорт, соответственно, уменьшается цена, соответственно, страдает российский бюджет.